На совещании с главами муниципальных образований района 6 февраля, прошедшем под руководством главы района Владимира Дученко с участием председателя районного совета депутатов Любови Заспа, обсуждалось несколько вопросов. Декларационная кампания 2020 года. О налогах и льготах при налогообложении имущества физических лиц рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками инспекции Федеральной налоговой службы. Прозвучала информация начальника отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства этой службы о том, что у жителей района значительная задолженность по налогам. Итоги работы Центра занятости населения Курагинского района в 2019 году и основные задачи на 2020 год представил директор Центра занятости населения Курагинского района. Речь на совещании шла также об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на территории района, об исполнении на территории района федерального закона номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации в части организации работы представительных органов местного самоуправления.